Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi Note 12 Pro Plus. И сейчас я покажу вам, как включить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа. Находим, нажимаем на нее и таким образом включаем. Если мы нажмем еще раз, то выключим. Если зажмем пальчик здесь, то перейдем в настройки. Нажимаем настройки точки доступа. И тут мы можем настроить, поменять название сети, мы можем поменять пароль. Мы можем изменить защиту, диапазон частот и включить или выключить SSID. После чего нажать на галочку, естественно. Также мы здесь можем включить автоотключение точки доступа и поддержку стандарта шестого поколения. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.